на канале Magic Family. Меня зовут Аня. Сегодня 8 марта, и это мои собачки-девочки, и не все. Чихуа Софи, щеночек Юми и чихуа Миша. Сегодня 8 марта, и у нас довольно тематическое видео. О! Жми красную кнопочку подписаться внизу. И не забывай нажимать колокольчик, чтобы смотреть ролики самым первым. И на мамин канал подпишись тоже. Правильно ведь сказала? Правильно? Да, молодец, правильно все сказала. Вот. А сегодня приветики за случайный репост с нашей группы ВКонтакте или с моей страницы. Елизавета Павлова, Аня Кузина и Ангелина Калюкина. Приветик вам, девчонки, с нашего канала! И в нашей игре в кодовые слова в комментариях сегодня побеждает Диляра Хаматова и ее стишок. Мой щенок не в Караганде, он играет во дворе, разорвал нам 3 ковра. Воспитание на ура! Что же делать, как же быть? Нужно Ане позвонить. Аня знает про собак все, что нужно, все на 5. А игра в комменты продолжается, и случайные комментарии без ответов попадают в видео. Вот как бы так. Да. Так, я сейчас пройду этот уровень и буду самой крутой. Давай начинать, детка, давай. Итак, сегодняшнее число 8 марта. Как это 8 марта? Блин, это же женский день, а у меня подарков нет. Чё делать? Мам, мне надо с тобой поговорить. О чем, Ивасик? Ну, короче, сегодня 8 марта, понимаешь? Понимаю, спасибо, Эйвен, ты приготовил мне подарок. Нет, мам, в том-то и дело, что я все забыл. Ну не расстраивайся, ничего страшного. Но, мам, я и про наших всех девочек забыл. И про Мишу забыл, и про Софи забыл, и про Юми забыл. А что же ты делал, что все забыл? Играл опять? Я читала очень интересную книгу. Понятно. Так что делать-то, мам? Ну не знаю, может быть торт сделаем? Торт всем женщинам от меня, да. Отличная идея, мам. Ну, ты же все сделаешь, да? Так что сегодня, ребята, в честь 8 марта, как вы уже поняли, мы будем делать самый гигантский собачий торт. Так как девочек-собачек в нашей семье далеко не 3, а их очень-очень много. После того, как мы его сделаем, мы обязательно накормим всех наших девочек-собак. И вот здесь у меня целый тазик собачьего корма. Так как большинство собак у нас кушает сухой корм, мы будем делать торт из сухого корма. Но все не просто так, так что смотрите видео до конца, он будет очень красивый и прикольный. Сейчас я буду на фольгу вываливать этот собачий корм. И если вы смотрите мой второй канал Any Magic, то недавно там я делала самое гигантское пирожное из печенья Орео. Обязательно пойдите и посмотрите, тем более сегодня там еще одно новое видео, ведь ролики выходят на обоих моих каналах каждый день. И сегодня там тоже очень прикольный и интересный эксперимент. Ну что ж, вот она наша основа для торта, и сейчас мы будем делать форму. Пока я делаю форму для нашего торта, я хотела вам сказать спасибо большое за посылки. Если хотите еще что-нибудь прислать, то адрес в описании к этому видео. А также не забывайте, пожалуйста, ребят, подписываться на наши инстаграмы, на мой и на инстаграм моих питомцев. Надо немножко перемолоть, тут частички корма еще остались. А еще у Эйвена, у Миши, у Софии, даже уже у Юми есть свои группы ВКонтакте и свои страницы. У Юми пока еще нет, а вот у остальных уже есть, так что идите и подписывайтесь! Крысь, оставь его в покое. Все, у нас здесь без занятий, тетя Софи сам должна отдохнуть и побыть наедине с тапочкой. Тогда я буду крысь ваших двойников, я и съем. Играй чем хочешь, а наши фигурки не трогай. Почему? Вот, отлично, все, давай грызи зайчика, очередь твоего папы, сегодня будет занятие. А я не говорю, надо в штабик. Нет, Юми, здесь папа отдыхает, и это не твой штабик, это наш дом для... Кэт, я тебя оторву на твоей папе твой хват, на твой хват, оторву тебе, кэт, так, стой, стой, ты такой, и... Тетя Софи, я тоже хочу играть с тобой в тапок. Нет, Юми, иногда взрослым нужно побыть без детей, перестань, все. Это неправда! Смотрите, какое большое солнце! Солнце там на потолке, солнце светит, большой фонарь! Надо удлать вот это вот бантик со штабика моего. Юми, я сказала, это не штабик. Вот их как удлой. Тогда надо убить лису, убить лису, убить лису, лису. И умирай, лиса, давай, я тебя зацелу. И тебя, заяц, я зацелу, зацелу, тебя за ногу, зацелу. И сейчас мы будем делать наш тортик красивым. Так как это собачий торт, я решила, что украшу его самыми разными косточками. Здесь будут и лакомства Арден Гранж, Абба Премиум без лаков, лакомства Клиффи, Доктор Алдер. Кстати, для тех, кто не смотрел, у нас есть видео,
DIY торт для собак. Там, конечно, не такой гигантский торт, но он тоже получился очень красивый. Можете посмотреть, ссылочку я оставлю в описании. А вообще, если вам нравятся всякие DIY, то ставьте лайк этому видео за этот большой торт и за то, чтобы мы снимали еще какие-нибудь DIY для питомцев. Не только для собак, но и для кошек и других животных. Вот такой вот у нас получился промежуточный вариант, а мы с вами продолжаем украшать наш тортик другими косточками. Получилось пока вот так, сейчас мы продолжим. Я вообще люблю всякие DIY, но я, например, заметила, что DIY для питомцев, именно нечеловеческие, смотрят гораздо меньше, чем какие-то другие ролики. Поэтому я и особо его много не снимаю, хотя я бы с удовольствием снимала его постоянно. И вот кто-то писал там уже из вас в комментариях, когда наконец-то будет DIY портфель для собаки, который я сделала сама из старого рюкзака. Я, конечно же, хочу его снять, но так получается, что мало кто смотрит DIY для питомцев. Вот такой вот у нас уже получается тортик. Сейчас будут еще косточки. Вот сюда я положила вот такие косточки, деревенские лакомства, которые нам прислали. И сейчас я буду укладывать еще и другие маленькие косточки. Так, успокойся, Юми, тетя Софи сам будет учить тебя танцевать. Встаешь на задние лапки и делаешь вот так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нет, давай еще разок. Давай. Попробуй еще раз. Надоело. Эйвен, а ты будешь поздравлять дочь 8 марта? А ты думаешь, ей это нужно? Ну, она же все-таки девочка, как и мы. Это как бы намек. Намек. А, не переживай, я поздравлю всех наших женщин. Отлично. Синее яйцо убийцу в стабик. У меня в стабике переполох. Всем стоять. Никому не двигаться, яйца. Переполох в стабике. Алло, я сообщаю на базу, алло. Яйцо напало на Юми. Яйцо напало на яйцо. Прием, прием. Мы слышим, слышим. Открой яйцо против Юми. Я сейчас тебя съем. Конечно же, от такой вкусняшки не откажется ни одна собака, ни девочка, ни мальчик. Ну что ж, я закончила выкладывать миниатюрные косточки кругами по всему торту. И завершать ансамбль будет красивая большая кость. Вот такой вот огромный, большой, красивый собачий торт получился. Этот наш тортик шикарный, заслуживает лайка вашего. Пока мама работала, детки, конечно же, отдыхали, и вот у наш гигантский супер-мега-собачий торт готов. Наш подарок всем девочкам-собачкам на 8 марта. В общем, с 8 марта, девочки. Эйва, ну иди с подноса, а? Вот. Подписывайся на наш канал. И на канал нашей мамы. Жми кружочки и смотри еще ролики, да, Юми? Да, да. Юми? Да, да, да. И ставь лайк всем девочкам. Там внизу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Миш, там другие слова, сейчас песня хочется. Эй, да-да-да. Ой-ой-ой, так и не успеваю.